все представители, которые одни, точнее, не все, частично представители людей, которые имеют в 19-м цеху закрытую технику. У вас там машина военная, станки. Василий Петрович, это человек, который ранее там находился, он хочет забрать свои личные вещи и вещи отца Степанова. Так, представители Азова, которые хотят тоже забрать свое. Ну и наш Бобкит. Мы представители, да, наши. Вы все люди на медиа, я так понимаю, это обязательно. Ну, просто в каком формате это происходит сейчас, чтобы я понял? У нас только официальный формат. Не, официальный, естественно. Просто официальный формат предусматривает общение с кандидатами для предоставления заявлений, даты. Все ходатайства у вас лежат, есть подтверждающие документы. На них отвечено было? Нет. Ответов никто не получил. Собственно говоря, с этой целью люди приехали. Я объясню все в таких словах. Я следую за следственного дела в Рудакиеве. До этого ходатайство подавали в этом же деле, но другой следственный орган, который передал теперь нам дело. То есть это уже республика передала в... Да, единственный момент, просто я это все объясню, но не на видео. Я, если мы общаемся официально, то да, я не могу общаться по-другому, другая форма не предусмотрена Уголовным процессуальным кодексом Украины, кроме как есть проведение следственных действий, во время которых, естественно, любой участник может подавать заявление, замечание, когда вы начинаете это да, с разрешения следователя. Или же, вы не даете если... своего разрешения? Нет, подождите. Давайте разграничим. Есть следственные действия, а есть вот сейчас общение. Если общение, я на камеру как бы не, ну, я не уполномочен давать просто, примите, комментарии, объяснять. И, то есть я следователь, но таки есть прокурор. Так, а сейчас вот это в какой форме? Это просто ну, сейчас как... мы зашли, мы сейчас решаем организационный вопрос в плане получить от Ларисы Александровны. Разрешение на проведение следственных действий здесь, на месте. Поэтому... Следственные действия по поводу... Да, осмотр. Осмотр помещения. Вот здесь с чем господа хотят задать мне вопрос. То есть я все объясню, единственное, что не на камеру. То есть, потому что есть определенная форма, она соответствует еще раз. Помните? Я не уполномочен давать интервью. Давайте тогда один только вопрос. Я понимаю, что вряд ли это находится в зоне действия полномочий или неполномочий. Были запыты, и ваши коллеги, которые до этого вели дело, они неоднократно уже говорили, подавайте официальные запыты. Официальные запыты все поданы, но, как мне кажется, рассматриваются только запыты одной стороны, а запыты людей остаются почему-то без внимания. Как-то ответить на этот вопрос, просто чтобы люди тоже понимали. Я сейчас не готов комментировать действия своих коллег. Я могу отвечать сейчас, в данный момент, только за свои действия, потому что я принял дело производства, я его начал расследование, в принципе. Как людям себя вести? Вот нам как вести? Вы обратитесь с заявлением. На все заявления я вам ориентирую, что я вам отвечу. Потому что закон предусматривает на это. Но заявление все в деле, если дело передали, если то... Если есть дело, вы мне скажете, номера этих заявлений не будут рассмотрены. Вы можете сейчас? То есть, ну я вновь таки говорю, я на камеру не даю комментарии, не даю, потому что это является, я вам рассказываю, то есть сам ход расследования. Ну, нам ход расследования не нужно, нужно понимать, что это, людям делать нужно. Ну это же связано с расследованием уголовного, правильно? Ну сегодня можно будет технику забрать, там на эти вопросы? Смотрите, вновь таки, я вам говорю, я вам отвечу на эти вопросы, единственное, что давайте выключим камеру, потому что в кадре я об этом говорю не буду. Я думаю, сейчас. Кобрин Владимир Михайлович. Добрый день. Смотрите, завод, тут еще с ними об этом разговаривали, согласны пропустить одного человека из вас, Степанова. Они мотивируют это тем, что было раньше, события разные происходили, то есть и поэтому они согласны на одного только представителя.
А процесс загрузки? Процесс загрузки вас пускают в полном составе. Мы заходим, они нам дают разрешение, мы заходим. Ну, хорошо, а как мы, я что, один буду оборудование перетаскивать свое, которое необходимо не, для... смотрите, для зайдет с ваших, они согласовали, с того списка, который вы дали, ну, вот хорошо, у меня с собой. Как дальше? Степана. Он зашел вместе с военнослужащим. Ну, дальше? Погрузили все. Так и все, там, ну, оборудование наше. Ну, идет речь об РДМ, правильно? Ну, все, что надо для него. Устанкование для него. Да, ну, так там один человек наш никак не справится. Нет, так помощь, он покажет, что люди загрузят то, что он покажет. А какие люди? Ну, вот, есть военнослужащие, есть сотрудники завода. Сотрудники завода к нашему оборудованию вообще не должны прикасаться. Они знают, как оно собиралось, как они вы... разберут. Как мы видим, они сейчас поломают. Но для этого но мы заходим, забираем, загрузимся и не могу им указывать, кого им пускать и кого не пускать, поймите. Ну, смотрите, я нахожусь здесь как следователь, с разрешения вот на завод. Можно я не сниму? А? Да вон, чтобы не снимать. Можно? А у вас предбачено снова да, встреча, знаете, чтобы... Нет, сейчас не проходит следственное действие, но я попрошу вас не снимать. Они уверены в том, что плазморез их. Так. И второе... Они не пускают никого, там согласован список, то есть 2 и 2. Вначале мы сейчас заходим, смотрим. Если у нас там возникают вопросы, мы выходим, заявляем претензии, в частности, там, по технике, по оборудованию, а потом уже едем туда писать. Посмотрим, как они будут. Заходит два человека, это главный конструктор и Орлык. Вот, и договор такой, что мы заходим, определяемся по списку, если у обоих сторон нет возражений по списку, значит они забирают. Соответственно, я со всеми с вами буду находиться на связи, да, то есть выходите и говорите, потому что там возник вопрос, мы забираем сверла, мы забираем там еще чего-то. Нет, подожди, вот все, они же объявили о том, что они только БРДМ этот забирают, ну, а все вот сейчас, пока вопрос да. не рассматривают. Вот, да. Поэтому сейчас решили, что забирается все, что касается БРДМа и вопросов БРДМа. Потом мы пишем следователю заявление и все остальное. Плазморез точно не относится. Просто надо понять, что они считают еще там своим. Я же думаю, они там по списку. Вот. Поэтому я скажут. Всех прошу, чтобы все находились возле цеха. Ну, по крайней мере, это время. Потому что там, я так понимаю, будет вопросы по двигателям. Петрович, отправьте кого-то, пожалуйста. 8 пар ключа. Мы еще будем сегодня работать. Сначала есть так, какие-то вопросы? Я не помню. Я буду здесь, но сейчас. Хорошо. Да. 12:30, 6 липня 2017 года. Старший слідчий слідчий відділу головного управління безпеки України в місті Києві Київського області Володимир Михайлович. У присутності для проведення огляду отримано згоду Ілля та Лариси Олександрівни. Будь ласка, прошу відкрити цей замок, зняти повну. Перед початком проведення огляду роз'ясню, що всі учасники мають право робити заяви, зауваження, які підлягають обов'язковому внесенню протоколу. Ці заяви, зауваження можуть бути записані власноручно. Вони можуть подаватися усно, подаватися письмово. Зміст статті 63 Конституції роз'яснює, що жодна особа не несе відповідальності за відмову віддачі пояснень, показань відносно себе, членів своїх сім'ї, близьких родичів. Порядок проведення огляду регламентований Кримінальним процесуальним кодексом України. Огляд проводиться в присутності двох понятих, також при цьому присутні інші учасники. В даному випадку присутні учасники товариства з обмеженою відповідальністю інженерна група АРЕЙ, публічного акціонерного товариства АТЕП, а також від Збройних сил України. Двоє понятих.
воля проводиться з метою встановлення обставин вчиненого злочину. В рамках кримінального провадження 22.16.9.0.336. Значить, предметом огляду буде являтися предмети і документи, які знаходяться в цеху номер 19 на території ПРАТ. Це проходять по черзі ті учасники. Ні, вже немає. І в одному місці, будь ласка, всі вставайте. Ніхто нікуди не розходиться. Так, ми можемо сразу підняти. Так, ми вішаємо теж цей ресторан і закриваємо. Ресторан і закриваємо. Сказал, задекларировал нужно будет. И военную машину, ну, скоро помню, да. Вы раздаете разрешение что сейчас вы подаете бумаги, это задокументировано по факту. Для того, чтобы было плазморез и все остальное, люди утверждают, что их мы зафиксировали. Есть оборудование. Ваш вопрос тоже. Ну, это дальнейшее. Просто сейчас мы не отдаем оборудование, которое мы возражаем, до тех пор, пока вы все не подтвердите, что это. Наше предприятие называется АТОВ АСУПРОМ. Меня зовут Павло Максим Борисович, я технический директор данного предприятия, ну и получается как бы совладелец общей организации. Как вы попали в эту историю и какую вы функцию здесь делали на территории 19-го центра? И когда это произошло? Это произошло в прошлом году. В апреле месяце нас сюда пригласил Василий Петрович Лысюк на основаниях того, что мы занимаемся переоборудованием станков, мы занимаемся металлообработкой, то есть, ну, достаточно сведущие в вопросах металлообработки и восстановления станков с программным обеспечением. Вот, то есть, Лысюк это кто? Представитель? Лысюк Василий Петрович, это на то время это был, я так понимаю, технический руководитель по хозяйственной части инженерной группы АЗОВ, которая сейчас именуется РЭЙ, он тогда находился в штате этой организации. Вот. Поскольку он нас хорошо знал, что мы занимаемся такими вещами, он нас пригласил в качестве консультантов на это предприятие. Вот. То есть нам была показана цеха этого предприятия, нам была показана задача непосредственно инженерной группы РЭЙ, бывшей инженерной группы АЗОВ, показаны условия, все показано и объяснены наши функции, которые мы должны были выполнять. В чем они заключались? Они заключались в оценке оборудования, которое находится на территории завода АТЭК, и в последующем восстановление, модернизация, то есть позиционировала ситуация, что мы должны восстановить парк станков, который находился на бывшем предприятии этого, для использования в изготовлении бронетехники и сопутствующих военных каких-то заказов, да. Какова была ваша оценка? Наша оценка была проведена. Мы отобрали оборудование, которое реально подлежало восстановлению сравнительно небольшими средствами, потому что как бы средство такое дело. Вот. Отобрана часть машин под восстановление, и мы планомерно начали развивать это направление. Какое именно оборудование вами было отобрано, которое в состоянии было производить какие-либо работы? Это оборудование, перечисляю, это токарная группа станков с ЧПУ, со старым советским ЧПУ, фрезерная группа станков со старым советским ЧПУ. Это то, что нас касательно, ну, непосредственно наша задача была. Станки, которые были механические, мы их, в принципе, не рассматривали. Но они тоже были, многие станки, в хорошем состоянии. Часть станков была сюда завезена в цех под наше восстановление. Что происходило потом? После этого, когда мы уже какое-то время проработали, нам с нас потребовали информацию, какое количество станков можно восстановить. То есть до, грубо говоря, если мы сюда заехали в апреле месяце, и мы должны были до сентября месяца выдать, если не ошибаюсь, 100 станков, вот, за этот промежуток времени мы эту ситуацию оценили, предоставили инженерной группе АЗОВ
спецификации, что для этого нужно, какое количество персонала нужно будет нанять на работу для восстановления этих машин, что нужно будет конкретно делать. Дали полный анализ всей ситуации. Вот. Ну, так получилось, что нам обещали подписать договор после того, когда мы сюда переедем. Мы сюда завезли свое оборудование для сопутствующих моментов, потому что если тут был такой фронт работ, мы работаем как консультанты, но нам нужно было на чем-то как бы делать некоторые задачи, которые на этом заводе выполнить просто было нельзя без нашего оборудования. Там некоторые станки с ЧПУ, ну, оборудование, просто оборудование разное, вот, включая ручной инструмент. Мы его сюда завезли, после этого договор с нами так и не подписали. На этом, в принципе, дальше как бы нас увидели, что мы можем что-то восстанавливать, но это лично мое мнение, и нас планомерно начали оттеснять на другие как бы функции. На этом, в принципе... А на какие именно функции? По сути, ну, начинали вдруг двигать станки по цеху, то есть какими-то, ну, методами не давая там работать. То есть мало того, мы перестали существовать как АСУПРОМ, потому что у нас все оборудование как бы, ну, перестало нормально функционировать, мы не брали у людей заказы, ну, для своих каких-то нужд, ну, просто не брали, потому что мы не могли, у нас нет ни договора по аренде, нас просто заблокировали, тупо просто заблокировали, мы ничего не производили, грубо говоря, с прошлого апреля месяца. То есть тут, получается, сейчас находится ваше имущество? Наше, да, здесь находится наше имущество, которое мы приобрели еще до того, как создали АСУПРОМ. Потому что, ну, тогда я еще работал как, ну, все по-другому, все это оборудование собиралось, чинилось, ремонтировалось, возилось в одно место, то есть запускалось, подготавливалось для работы как товариство АСУПРОМ. И получается, грубо говоря, как только мы уже подали документы, мы все это оформили, сделали, и у нас получается ситуация, что нас сюда приглашают, нам дают помещение, ну, в конечном итоге отказывают в аренде, и все, и мы просто стали заложниками ситуации. Скажите, пожалуйста, а вы требовали объяснений, например, от руководителя инженерной группы Светланы Зварыч на взаимоотношения с вами? То есть она вам что-то объясняла, почему такая ситуация? Она категорически отказывалась идти на контакт и говорила, что она сама из серии заложник ситуации, и я ничего не могу сделать, и все в таком духе. А на какую сумму на данный момент находится оборудование? Приблизительную сумму в этом цеху? Моего оборудования? Да. Ну, вашего предприятия. Если брать наш уставной фонд, ну, грубо говоря, по уставному фонду это порядка 300 тысяч гривен. То есть, ну, станки с ЧПУ, там то, понятно, ну, они стоят у нас практически на балансе. То есть, ну, у нас, да, они единственный момент, что они, ну, как бы не до конца оформили, опять же, из-за этой же причины, потому что мы просто не успели ничего сделать. Ну, просто, как говорится, склад сложились, такова ситуация. Ну и как вы предполагаете дальнейшее развитие ситуации? Любыми путями забирать наше оборудование, включать его в работу и работать. А кто мешает забрать вам сегодня оборудование? В данной ситуации мешает то, что постоянно меняются следователи. И с октября месяца мы здесь уже раз были с одним следователем. Потом дело передается другому следователю. Потом дело передается сейчас уже третьему следователю. И в конечном итоге ничего не происходит.